информацию со спутника о многочисленных отрядах Blackwood в вашем секторе. Все, бежим. Уничтожите столько врагов, сколько сможете. И ты лежишь, я тебя поднимаю. Не надо меня поднимать. Там потому что врагов. Охренеть, дробаш-то. Кого подлечить? Я помогу тебе. Спасибо, дружище. Всех подлечил. Опа! А-а-а! Ну нахрен так-то, а? Читоносец! Джиггернаут! Офигеть, рубашка! Я даже не знаю, что творить. Я лежу. Офигеть, я 12 забил с этого дробашика. Новогодний. Кого-то там подлечить? Там ЛЦУ где-то, шаст. А он сверху? Не, он сверху. А нет, в окошке? Я уже знаю, в каком окошке. Его сняли. Или ты это снял? Обойдите его с фланга и атакуйте. Упал, но... Давай быстрее. А да. Я его сейчас дефибриллятором спрятаю. Сейчас главное на дефибриллятор. Он идет. Да, что ты толкаешься? Баранку тут взял. Пошел. Я его отвлекаю, отвлекаю. Че, побегать вокруг? А, все, меня мочит уже, начинает мочить. Ой, я выжил. Фу. Все полумертвые, всех мало жизни. Особенно царь. Царь вообще сдох, можно сказать. Короче, пофиг. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Кто стрельнул? Мы базучика не сняли. Вообще похрен. Тут он тоже своего базучика. Ай-яй-яй. Ё-моё. Жёстко меня сейчас чуть не сняли. Ай, ко мне щит носит, задом вышел. Вообще, вот не вовремя у меня патрончики кончились. И щитоносец там сбоку. В ноги ему стреляюсь, что когда бежит. А, он меня уже сбил. Меня подняли. Подлечиться. Да ё-моё. С первого раза не смог. Он чуть не погиб. Я сдох, не сдох пока, я что еще? Я тут не сдох. Царь сдох. Царь самый топ, первый побежал, чё все меня мочат? Царь меня мочит. И ты меня мочил. Всё. Побежали. Кто гранату кинул? Я. Дымовую. А я сейчас слепуху кину. Не, я слепуху кидать не буду. Оставь его. Сейчас, короче, тупо с пистика буду мочить вообще. Потому что я медик, мне вообще херово будет. Нет, дробашек вообще так тут будет неудобно. О! Я скатился туда. Я сейчас
чё, наверное, со второго раза. Кто-нибудь поднимите. А я здесь одним багом вчера как-то смог залезть. Тут чё, убрали такую фигню, типа, на третий этаж можно залезть там, по кирпичикам. Знаешь, да? Ну. Залезал. Вот, а там рядом, там, короче, палку поставили, не залезть. Тут, короче, какой-то блок или что-то упало, я по нему залез как-то. Ну, сегодня в бак я не залезу, нафиг. То есть в этот. В корыто то не залезу. О, кто там сдох? Почти дохнет. Что, что? А-а-а, меня мочит. То есть свой меня мочит. Дробашек-то очень мощный даже, но он не скорострельный, это жалко. А тебе что, сайга нужна, что ли? Вот сайга вообще, ну... Сайга вообще суперская. Автомат реальный просто. Автомат, а дробовик просто. Отряд врага в зоне видимости. О, все, я вот это люблю место, куда они идут. И тут вообще легко убивать. Это где? Вот оттуда. Куда сейчас они идут? А, понял. Там щитоносец, щитоносец. Давай быстрей. А, там еще кто-то бегает. Сейчас. Надо в подкате, короче, убивать. 9 человек. Я подлечить? Не надо, у меня патронов просто нет. Я тебя подлечил. Еще один. Патроны кончились. А, ужас. Всегда не вовремя кончились. Опа, а. У меня тоже не вовремя. Щитоносец? Ну, конечно. Не бойся, здесь. Там еще. Еще где? Блин, у меня жизнек вообще не осталось, сейчас. А, щитоносец бежит. Стоп, стоп, стоп. Ты, пацан, где? Блин, патроны, как обычно. Ну. Сзади. Чё, как крипа кидает? О, блин. Они как-то появляются сами, я уж думал, они выбегают откуда-то, с какого-то места. О, выжили. У вас гости. Да, у нас гости. С той стороны гости теперь. Ну, он по этому... Ну, вон, оттуда же. Вчера миссия так вся прошлась, они все с одной стороны шли, только не с этой. Вот там ЛЦУ, блин, верхний идет сюда. Гранату я туда закину нафиг. Ой, не туда, не на тот этаж, приколясь, закинул. Не на тот этаж закинул. У меня тут штука аж даже, до штуки даже. А, я вижу это. Кто-то сдохнет уже сейчас. Снайпер, царь, опять сдохнет. А, меня убили. Всем быть наготове. Молодцы так-то он. У меня патроны кончились, я не смог спасти кого-то. Или кого-то. Кто-то меня убил. Ай, да, тут мочил его прямо впритык. X5 зато. Стоп, 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 дай эти патроны. Да чё он как криво кидает? Но... Да он, да, он их как-то криво кидает. Бывает, вообще не закидывает. Кидает криво, но не попадает. Уже выслали за вами вертолет. Сейчас с какой стороны? О, сейчас там этот подзучик есть еще. Я знаю, где он. О.
О, сейчас жопа будет. Надо сейчас снайперов как-то держать. Но если снайпер не нуб, то он спокойно замочит их. Нет, снайпер как раз таки нуб. А у меня щитоносец решил убить. О, на... Он на кирпичке не поднимется. Царь, вроде снайпер, а бастучиков ни хера не мочит. Ай-яй-яй. Где вы все там? Кого грохнули? Куда я знаю? Кого-то грохнули. Дебил, потому что. А, это медик. Ну как можно медиком сдохнуть? Не знаю, он его, короче, до хера. А, я знаю, все там этот гранатометчик мой любимый сидит. Да? Да, там на крыше. Отряд врага в зоне видимости. Где он? Он взял и исчез уже. Ну я знал, где он. Да, блин. Со всех сторон. Ну вот теперь. Что, со всех сторон идут? Да, теперь каждый сам себя. Жестко сейчас будет, реально. Вот если бы это была бы профи, было бы очень жестко. А так, это же сложно. Вот. Не очень. Ну, да, более-менее, да, еще можно пройти спокойно. Кто-то умер опять. Медик, как обычно, сидит и не смотрит на меня. Да, я тут с ножа всех режу, да? А, это штурмовик. Иди сюда! Штурмовик фиг знает, где бегает, ему вообще там не надо бегать. Да вот именно. Например, как мне. Потому что у меня хп. Ох, вообще сдох, малой. Да блин. Таня. Таня. Вот. Что тебе? Пошли гулять. Давай. Сейчас, подожди, чуть-чуть осталось. Зайду за тобой, короче. Так, иди ко мне тогда. Какой номер квартиры? У меня 29. Окей, давай. А, стой, какой подъезд? А вот это уже сам будешь искать, какой подъезд. С какой стороны считать? С какой стороны средний. Считать? Со всех средний будет. Быстрее там лечить кого. Я еще ни разу не сдох. Ой, ужас. Я тоже ни разу не сдох, а второй медик сдох раз три, наверное, или два, я не помню. Да, второй медик, он один раз сдох. Да? И вертолет. Прыгаем. Граната. Так она тут не коцает никого. Да? Это не профи. Фу, я чуть... Один провалился. Да, провалился. А, все, давай, все, заходи. Ну заходи быстрее. Где этот чувак? Так иди, все. Хорошо. Молодец. Это все на сегодня. Жестко, да, прошли. Я один, не один, я 61 убил, я ни один раз не сдох. Не, тоже ни разу не сдох. Нет, ты один раз умер. Я? Да. А, я да, самый такой стойкий. Да, тут. Я один раз умер. Я в подкате всех убивал. Я реанимировал, 650. У меня меткость больше всех. То есть да. Поравне со снайпером это как? Да, помощь команде больше и убийство в ближнем бою и попадание в голову. Не, реально, как так? Я со снайпером по меткости равен. Хотя я... Так снайпер-то знаешь, какой спящий пацан. Ну да. Сейчас я тут починю. Царь. Вот и царь, царь. Давай любимый. Теперь профи. Если сможем, конечно. Какой раз мы пытаемся. На этот раз мы должны... Танковый прорыв, блин. Танк это чисто не активировать и все. А, ну да. До поры до времени. Все, принимай. Всё. Так, царя кикаем, потому что он очень жестокий чучмек. Так, ладно, я буду меня... СК брать и буду всех жарить. Элита Варфейс. С чем он снайпер? Нам нужен два меда. Он пусть этот бригадир медом будет.
Бригадир 2012. Два меда написал сам, так возьми. Сейчас он напишет то, что он не умеет медик. А, скажет еще. Типа, я плохой медик. О, он бита Warface решила медиком стать. Все, давай, бита. О, ладно. Ой. Я, наверное, потом, когда у меня уже это кончится, новогодние пушки, короче, кончатся, я у меда куплю, наверное, этот хам, джумп этот. Покупай, нет, спас 12 никогда у медика не покупай, пока или хавпамп, но... или эминтон. Вот это самые два нормальные. Я двоих отличаюсь только обоймой и точностью. Но я ремингтон купил. Ну и как? Да, с него все перезаряжаются. Скоростные. Механически. Не, реально. Вот этот. Или вот тот типа Валеры, или Вепры. А, типа Валеры, то я с него вообще тоже жесткий пацан. Ну да, у меня было. Коррумпированных политиков, корпорация Blackwood получила огромное влияние на Ближнем Востоке и взяла под контроль нефтяные и газовые месторождения. Сейчас я тут заложил. Даже игру. О, блин, тут этот Вадим 999-999, у него вообще пушка стандартная, М-ка, М-16. Ему вообще сейчас жопа будет. На профиль еще нарвался. Так, один сидит за пулеметом, сейчас его сниму. У меня патроны кончились, как всегда, очень хорошо. А, слепуха! Нет. Блин, что за хрень, а? Сам ослепляюсь, а боты нифига не ослепляются. Каков принцип игры? Вот. Ну, ладно, если это носит, может быть еще не ослепится, у него все так еще. Ну, у бригадир-то так-то нормальный штурмовик будет. У него этот снайперка, ну и снайперка, блин. Штурмовик новогодний. Ой, я неподдержимая сила заработал. Это за что? На шифте. Это щитоносцев убивать. 50 щитоносцев убить. Ты 50 щитоносцев замочил? Да. Не патроны. А? Патроны? Да, у меня 3 патрона. Ну, теперь 50. Там осторожно, граната. Я куда-то провалился, пацаны. А, блин. Все, за... я провалился, да. Меня. Я не смогу выйти. Я провалился. Посмотри на меня. Да. Я провалился. Вижу тебя. Иди. У тебя хорошая позиция для снайпера. Да, только пусть не видит. Он поднимается потихоньку. О, неужели? Жопа косая, потому что. Давайте, вы единственные. Там, да-да, вот ты. Ты его как раз снял. О, ты один. Ладно. Пусть. В атаку! Беги, да, беги, чисто все. Почти. Щитоносцы. Какая мочилова. Ой, ЛЦУ, блин. Я вас что, зря спасал, что ли? Жопа такая, капец. Я сколько не нажимаю, на меня никто не отвлекается. На меня тоже никто не отвлекся вообще. Единственный. Все сдохли, все, спасибо. Бригадир. Бригадиру вообще лево. Где он, кстати? Пусть сам теперь не добирается. Да-да. Ему сейчас... Ладно, здесь он выживет, но на следующий... Уже не сможет. Да, там очень много их будет. Там два щитоносца примерно будет. Один ЛЦУ прямо сейчас ему встретится. И несколько тяжелых птиц. Да. Прямо сейчас будет. Вот, вот сейчас, да-да. Сейчас, смотри. Сейчас его чпухнут. Вон, там уже снайперы появились, я него. Все зарежу. Он руку поднял, смотри, как лежит.
Он это ок. Типа палец вверх, лайк. Где у него палец? А, точно, вот это палец. Они всегда так делают, все так умирают. У них типа эта рука привыкла к держанию. Бригадир, блин, ну и лохи, ну и лохи. Бригадир с двумя соплями, а он чё и вообще ничего сделать не мог. О, у меня сейчас, короче, у меня уже 4 сейчас будет, и потом золотая одна. У меня до золотой 23% осталось. Сейчас, короче, ждем, может что-нибудь придет еще. Я пока починюсь. У меня 29к и 21 золотая корона. Откуда у тебя 29к? А это я не знаю, я вчера стольник положил. А костюмчик решил купить, да? Ай, да там, он стоит 700-ки, нахрен он не нужен. Ну, хоть навсегда, и то. Хотя, ну, нафиг. А чем он вообще лучше-то будет? А он, типа, враги тебя меньше будут замечать, и все. Он близкий. Вот у снайпера, понятно, он в листиках. Ну, а другие-то как их могут не замечать? Приколяя, не замечает. Такой, и вот в том дело то, что они... Как-то пореже все вот в этом костюме делают. А, ну он как-то бегает еще побыстрее в них. Короче, экзоскелет какой-то. И, наверное, это от взрывов и как бы броня тоже, наверное, есть на них. Элитная униформа создатель этой новейшей разработки инженер Киман. Проектировщик БМП Гром. Они у них стащили их. О, ко мне. Это у этого? У меня Блэквуда стащили. Меня приглашают в клан. Воин Солнца? Да. Ну давай, принимай, похрен, посмотрим, что за клан. Сейчас я. Тебя тоже приняли? Да, я сейчас посмотрю, что за клан. Тебя приняли? Он на 495 месте общего рейтинга. Ну, так, слегка себе. Ну, на, нормально. Похрен. На, для начала сойдет, потом... А тем меня... более они ОК хотят заработать на этом. Ну, мне все-таки надо будет сколько-то денег-то набрать, клан создадим. Ну, 3 человека сразу будут. Да. Нормально. И все офицеры. Там в клане какой-то чувак. У него ник ПБМ Гром один. Но. А мы против него играем. Иногда. Вот меня в этих костюмах угорает. Опа, чё, меня офицером назначили. Круто. Меня чё, вас назначили офицером клана, понятно. Чтоб всех добавляли. Ну? Смотри, костюмы для Warface создатель разработки Киман Инженер проектировал БМП Гром. Это, это значит, что он сделал костюмы для нас и сделал для Blackwood Грома? Да, которого очень легко убить, который сейчас в этих миссиях не принимается. А, они броню, короче, у Грома стащили. Для нас. Нахрена? Типа нас будут боты мочить так же, как мы его Грома. Ага, представляю себе. Warface такой идет на громах, да, и всех херачит. И никакой танк не нужен. И 3 штурмовика, давайте. О, у нас набралась команда. Я единственный медик. Нет, Воин Солнца тоже медик. О, точно. Все, зажигаем. Зажигаем. Я он, блин, нажал, не готов. Да он на склад пошел. А, сейчас выйдет, все, он пошел. Он готов нажал. Все, сейчас пойдем. JR написал. Ок. Есть 2 штурмовика, вполне сойдут. Так-то да. За минуту
7-8 дойти. Ну, максимум 10. А он, я не знаю, сколько он идет уже. Уже давным-давно идет. Уже прошло минут 15. Да, Саня еще потерялся, он, походу, забыл, где я живу. Ну, его проблемы. Он уже до 12 этажек-то точно дойдет. Ой, этот вампир не грузится. Столько цифр ставят в нике, вообще капец. Так, дед 51, что за ник? Вадим 999, вампир 7878, 97098. Куска Сергей, враг системы. Сибиряк, сибирский Сибирь. Это где? Это средний множитель. А, ну-ну. Братишка, убийца, чурак. Blackwood планирует создать искусственный дефицит энергоресурсов. О, чтобы СФКМ, ГОСТ номер 17 какой-то там. Этот шаг приведет. О, кого-то сняли уже сразу же. Ой, я починил пистик, у меня он стал точнее стрелять. Сейчас, короче, я буду сидеть. Только не в вертолете. Потому что это невыгодная позиция. Я вон сюда за мешочки. Блин, я даже не знаю, куда зашкириться-то. Постарайтесь ослабить наших врагов. Что-то вампир, короче, зашкирился за стенку и стоит тупо. А, не, побежал он, все. Меды вам прикрытие обеспечено. Сам сдох, блядь, а. Вампир-то, прикаляй. Так он это... Блин, там... Я не успел, ну давайте, рожайте кто-нибудь там. Дед вот... хотя бы, давай, дедушка. Спаси доброго старца. Зато сам сдох. Ты сдох, что ли? Я нет, я вот... Там осторожно, ЛЦУ грохнули. Кто у тебя там сдох? Тебя кто-то здесь... 51, который меня спас. А. Этот вампир написал, типа... Тихо. Типа меды что-то там обеспечено, да? Ну. И, короче, оп, побежал... И сдох. Короче, и сдох. У меня патронов нет. Не надо врача, врача не надо. У меня нет. Не надо ничего. Не патроны нужны. Вот. Да иди сюда! Вот, а, блин, Вадим. Иди сюда. Что ты делаешь? Сзади иди, блин. Я сзади. Да, че с ним? Наконец-то! Что это? Патроны прилетели сквозь тебя. Ты их получил? Да. Давай, играем дальше. Занял позицию для снайпера. Сейчас будет двое. Я вижу одного. Уходи. Блин, у меня патроны не вовремя кончили. Вася. Да блин, я нафиг туда не пойду, там ЛЦУ. Где вот этот говнаря? О, ЛЦУ. О! Блин. Их там вообще жесть полная. Опять вся надежда на меня, да? Да. Чё? Будем... супер точным снайпером. Блин, они не появились. Ну ладно, смотрите сами. Да ладно, беги! Похер, беги нафиг! Я не успел. Ну нахуй, все сдохли-то такая! Я вот как баран не успел. Надо было сразу бежать.
понял. Это дед, он вообще негр. Блин, мне сейчас позвонили эти... архитектор с Андреем Быковым. Капец. И все разбежались.